На искусственных газонах стадиона «Северный» в эти дни кипят страсти регионального этапа международного турнира по футболу среди мальчиков и девочек 2004-2006 года рождения «Локобол-2015». Всего же на старт нижегородского этапа вышли почти 90 команд со всей нашей области. «Локобол» это стало традицией, и с каждым годом у нас растет количество команд в региональном этапе. Даже к хорошему удивлению, в этом году у нас участвуют такие отдаленные районы, как Шаранга, которые находятся ближе к Кирову. Но это радует, что они двумя командами к нам приехали, девочки и мальчики. По регламенту турнира в случае нехватки игроков команды мальчиков можно доукомплектовывать девочками. И поверьте, они играют ничуть не хуже. Примером тому служит та же команда «Шаранги». Они на ваших экранах в бело-синих футболках. Уже сегодня начались матчи на вылет. До этого все участники прошли групповые этапы и теперь ежедневно будут отсеиваться те, кто послабее. О заведомых лидерах говорить не приходится. И даже то, что большинство команд представляют Нижний Новгород, это еще не гарантия, что в финал обязательно выйдут они. Мальчики и девочки из области уже давно доказали, что они играют ничуть не хуже. Но окончательные имена победителей регионального этапа станут известны в пятницу 22 мая. Они будут представлять наш регион на всероссийском финале, который пройдет на берегу Горьковского водохранилища. Ну а там недалеко будет и до международного финала, который примет Москва. Григорий Ажигин, Ренат Бигбаев, «Объективно спорт», ННТВ.